Добрый день всем подписчикам моего канала. Сегодня я хочу снять вам видео о своих покупках на выставке, которая проходила с 8 по 11 октября в Киеве, Handmade Expo. Вот такие у меня покупки. Вот эти наборчики. Это Молдова, производитель. Купила со скидкой минус 30%. Мне понравилась очень эта девочка. Молитва называется. За 100 гривен этот набор обошелся мне в 100 гривен. Канва здесь уже идет разлинейная. И вот такой букет. На изображении у них всегда хуже выглядит картина, потому что это не вышитая работа, это просто как макет, да, цветовой. Поэтому вышитая работа будет выглядеть гораздо лучше. Вот такие жасмины с пионами. Тоже очень-очень много цветов ниток. И вот такая разлинейная канва. Далее я приобрела вот эти вот, вот такой вот станочек. И вот пяльца. Я задержалась на стенде станков, потому что вот мне еще понравился вот этот станок. Сейчас не буду вам его показывать. Большая коробка. Вот это их новинка. Фламинго. Я долго думала, как вот покупать, не покупать. 385 гривен он стоит. Так как у меня пялец рам уже очень много, гобеленовых вот пяльц, вот таких вот, которые они предлагают, вот, то, в принципе, этот станок очень-очень удобный тем, что не надо привязываться, вот, откручивать, закручивать постоянно, там, да, если ты хочешь поменять работу. Так у тебя, например, 2-3 там, проекта есть на разных рамах. Вот положил себе рамку, даже сюда и круглые. Вот видите, есть такое специальное крепление для круглых пяльц. Вот, то есть положил себе и вышиваешь. Не нравится тебе сегодня, не хочешь этот вышивать проект, спрятал его, достал другой. То есть очень удобный. И вот эти станки меня задержали, собственно говоря. Мне должны были принести вот этот вот станок. И как-то так парень минут 10-15 он их нес. Вот я не присоединилась к нашим девочкам на выставке. Вот, собирала всех девочек Марина. Марина Капрок. Вот у меня не получилось присоединиться к ним, о чем я очень сожалею. Но надеюсь, на следующей выставке получится встретиться. И вот такие вот. Это диванный станок, тоже того же принципа. 227 гривен он стоил. Девушка мне сделала еще скидку. Так что я довольна. Вот эти вот пяльцы гобеленовые, 83 гривны стоили. Размер 30 на 40. Да, по-моему, да. 30 на 40. Дальше, что у меня тут вот ВДВ. Я увидела вышитую эту картинку. Она мне очень понравилась. Пирожные, тортики. Это бисером. Мне понравилось. Я купила. Эта съемка 43 гривны стоила. Вот такие салфетки для декупажа. Вот, может мне пригодится на новогодние проекты. Вот такие вот салфетки приобрела. И вот подписалась на журнал. Мне пришлось два раза ездить на выставку. На наш любимый журнал «Все о рукоделии». Потому что я 8 числа поехала, не нашла их стенд. И, в общем-то, забегалась, потом искала девочек, потерялась, в общем. И совсем-совсем закрутилась и забыла, что мне вообще надо подписаться на журнал. Вот пришлось ехать в субботу. Подписалась, все нормально, 200 гривен. Сэкономила, довольна очень. И вот тоже подарочек получила, вот такой вот. Можно для открытки использовать схемку бисером вышитую. Вот приобрела у них еще на подарок своей тете вот такие вот журналы. Вот три журнальчика.
Это старые журналы. Вот. Это у нас каталоги. Вот. Это каталоги Лукаэс. Я приехала на выставку. Вот в основном, да, в принципе, меня интересовали это станки. Все рукоделие, подписка журнала. И вот эти наборы от фирмы Лукаэс меня интересовали очень. Вот эту вот девочку прекрасную я увидела у них на стенде, отшитую гобеленом. Мне она очень понравилась. Я не выдержала. В общем, не смогла себя сдержать и приобрела себе наборчик. Сейчас я вам его покажу. Вот этот каталог у них был за 50 гривен. Но так я, как я у них взяла много наборов, они мне его с 25 гривен отдали. Это новинки. Тут открытки, закладки. Вот все у них новиночки тут. Вот такой вот каталог яркий, красивый. Этот каталог они давали бесплатно. Это старый каталог за 2012-2013 год. Вот. Со всеми их наборчиками. Что меня, конечно, удивило, то, что, в общем-то, продавцы, которые стояли у них возле, ну, представляли их стенд, они как-то особо не ориентировались в том, что они продают. Я очень, честно говоря, удивилась. Новинки, которые я у них попросила. Попросила я у них вот этот вот наборчик. Вот драгоценный момент. Очень долго они мне его искали. На стенде его не было. Хотя, в общем-то, странно. Обычно новинки на первый план вывешивают. В общем, я не нашла нигде его. Попыталась у молодого человека выяснить, где же этот набор. Он мне искал минут 5. В итоге он его нашел. Вот, набор стоил 445 гривен, по-моему. Но так как для меня это, ну, конечно, дороговато, я попросила, там, так, я уже знала, что есть этот набор в гобелене, и он дешевле. Я попросила найти мне этот набор в гобелене. Он меньше размера выходит. И стоил он у них вот 271 гривну. Вот столько много ниточек идет. Вот еще один гобелен. Я вам говорила, мне очень понравилась эта девочка. Вот эта работа была на стенде отшитая у них. Кому интересно, пусть посмотрит посмотрите мое видео. Вот о выставке. Там есть видео вот этой картины. Вот эта девочка стоила 203 гривны. Все наборы, вот первые три набора они мне отдали со скидкой 5%, а дальше я уже попросила 7%. В общем, они согласились. Вот такая вот девочка красивая. Называется «Вкус мороженого». Вот 164 гривны. Это совсем недорого. Это гобелен. Мне очень понравилась эта работа. Вот. Начались, конечно, все мои покупки Лукаэс вот с этого кота. Я когда увидела его отшитым, он мне настолько понравился. В общем-то, у меня кошка рыжая дома, такая же пушистая. И мне захотелось приобрести этот набор. Стоимость его 163 гривны. Вот я, конечно, его посмотрела, покрутила, повертела. Ну, думаю, ладно, пойду пройдусь по всей выставке, потом, может быть, созрей. Ну, вот в итоге созрела на этот набор, а потом на все остальные. Не знаю, как-то так у меня все спонтанно получилось. Потом понравились мне вот эти вот котята. Картинка очень неудачная. Я видела отшитых их, они очень красивые. Это все идут крестиком уже наборы. Вот этот наборчик стоил 242 гривны. Мне его отдали за 225. Вот, понравилась мне вот такая вот машина. Их там у них две, по-моему, да, такие красные. Ну, мне она очень понравилась, не знаю. Кому-то из мужчин можно подарить вот такой вот подарок. 25 цветов серия ретро.
Такой красивый наборчик. 148 гривен. Ну, мне его отдали, я не помню, по-моему, 120, да. Вот. И вот этот кот мне тоже очень понравился. Он там отшитый висит. Очень он красивый. Стоил он 158 гривен, ну, минус 5%. 20 цветов. Вот такая вот беленькая канва. Аида 18. И вот во второй день выставки я не удержалась, не знаю, думала, что уже кроме подписки все, ничего больше не буду не покупать, но не смогла я удержаться. Вот это китайский набор, я много смотрела видео девочек, которые заказывают с Китая, но как-то мне не хочется запариваться с этим Китаем, так долго ждать это все, что я как-то не хочу этим заниматься. И вот на стенде Гулливер, по-моему, там компания, да, называется. Вот, вот такой недорогой набор. 163 гривны 20 копеек. Вот. Ну, конечно, так, может, я бы его и не купила. Да, это известный дизайн, если вы, в общем-то, все узнаете. Это дизайн Dimensions. Вот мне понравилась подушка у них была отшитая. И девушка нам любезно все объяснила, рассказала, вот показала. В общем, здесь идет ткань, там с рисунком я вам потом покажу в обзорах, что она все смывается без проблем, весь этот рисуночек смывается. И, в общем-то, нитки не линяют. Ну, будем верить, конечно. Потом я вам все расскажу, линяют, не знаю, попробуем. Но подушечка мне очень понравилась, так как картины мне уже, в принципе, уже некуда все это размещать в моей квартире. Вот, так что сделаю я подушку вот с этого наборчика. Вот такие были мои покупки. Вот. Я очень довольна. В следующих своих видеообзорах я вам покажу подробно, что находится в этих наборах. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Желаю вам всем всех творческих успехов. До встречи на моем канале. До свидания.